Курсанты, пожалуйста, займите ваши места. Счет встречи 4-0. Thank you. Барак, подойдите, пожалуйста, к судейскому столику. Топ. Техническая тише. Победу одержал Кара Георгий Гагаузия. Дорогие друзья, сегодня, не знаю, как сказать, хорошо или плохо, но по причине пандемии американскую команду ограничили в возрасте. Сказали, что младше 18 лет, 19 лет запретили выводить со страны. Поэтому к нам приехала старшая команда, старше 20 лет. Благодаря которому, может быть, это очень хорошо, что наши взрослые борцы получили возможность с ними соревноваться. Взрослая борьба намного зрелищнее, зрелая борьба. Оба борца получили замечание
за пассивное ведение борьбы. Но это нормально, начало схватки всегда, это как разведка. Бойцы испытывают себя, они впервые борются вообще на ковре. Впервые видят друг друга, впервые. Впервые они борются, поэтому начало схватки, оно осторожное. Они боятся какой-то ошибки, поэтому где-то они друг друга испытывают, проверяют и готовятся к коронным приемам. Минута прошла, 15 секунд. Борец в красном замечательно получает замечание и дается 30 секунд, чтобы проводить все действия. По правилам, если за 30 секунд борец в красном трико не проведет технического действия, балл присуждается борцу с синим трико. Время! Первый период закончился счетом 0-1. Ведет борец Сумбряков. Время! Время! Спасибо, предупреждение синему борцу. 30 секунд дается. Сейчас данный момент, если синий борец синим трико не пройдет техническое действие, балл будет присужден борцу красным трико. Минута прошла, второго периода осталось 2 минуты борьбы. Счет баллов 2-1. Ведет борец красным трико. До конца схватки осталось 1 минута 30 секунд.
30 секунд! Аудио 0.55. Пропустите, пожалуйста, машина хочет выехать из территории. Аудио 0.55, пожалуйста. Время! Борцы по углам. Thank you.
30 секунд до конца схватки. Время. Итак, данную схватку со счетом 6-0 выиграл Джонсон Дэвис, Соединенные Штаты Америки. Стив Барретт, подойдите, пожалуйста, здесь, на своем столе. Стив Барретт. Минута прошла. Действие. Активно себя показывайте. Thank you.
Время! Время! По углам. Счет баллов 10-1. Георгий Сарагин. Один взрыв, один. Счет баллов 2-10. Перерыв, стоп, 20 угла. Go, go, go.
Минута прошла. Минута прошла. Все. 4-10. Вторая минута пошла второго периода.
30 секунд было дано. Бал с борцом красным типа. Время. Второй период. Минута прошла. Очень упорная схватка, борцы почти равные. Последняя минута пошла. Время! Давайте поздравим победу обоих партнеров!
Дорогие друзья, схватку в упорной борьбе победил Джош Дэвис. Соединенные Штаты Америки. Сэм Ошо является чемпионом, оба чемпион Американ тарафынан, бүтүн Американ университетинен чыкты. Недялка его, чоки это оба чемпиона Грузина. Чемпионат Европы на руки сына оба призер, бешенчи ой, чуть-чуть. Чемпионат мира на оба мастерна в пятерке. Всем кудламат, всем недялка Иваны, то майки у меня, Вадим, он опахло потечет. Иван, бедут на голове, следующий поддержит меня. Считает лайчик за голову. Итак, борцы на середину. Счет 2-0. У нас сегодня весь спортзал присутствует наши ученики. Я, честно сказать,
радуюсь и горжусь своими учениками, которые сегодня работают тренерами, один из них Михаил Иванович Малашев, Дмитрий Чемпионов, американского борца зовут Андрей Самбург, штат Колорадо.
Уважаемые друзья, счет потихонечку выравнивается. Счет 6-3, общий счет. 6 бойцов на голову Мегали, 3 бойца за Мегали. Дорогие друзья, хочу еще раз скажу, после этой схватки последняя схватка. Супер тяжелый вес, 125 килограмм. Александр Романов, команда «Гагаузи» и Бон Мэтт-Дантон. Магден. Время. Счет схватки 8-0. Ведет борец из Гагаузии Виталий Калиоглу. Борцы на середину. Yeah.
Счет по балу. Борьба продолжается. После этой схватки приглашаются борцы супер тяжелой весовой категории роста 25 килограммов. Последняя схватка нашего турнира красочного. Романов Александр Бон Макдейл. Вау!
Минута 30 прошла первого периода. Счет свечи 5-2. Обратите, дорогие друзья, наши спортсмены по 125. На голове движутся как стоп. Что случилось? Ударились. Доктор, доктор. Доктор. Эрин, Эрин. Одно из самых прекрасных качеств борьбы – это то, что борцы они борются, но не дерутся, не враждуют. Хочу сказать, что именно борцы, когда на ковре борются, они привезли друг другу и душой, и телом, и жизнь они становятся самыми лучшими друзьями. И спорт, он объединяет, как голову мира, он не разделяет. Прекрасное качество, когда один спортсмен травмируется, а второй помогает, пожимает ему руки. Это говорит о том, что у них нет рождения. Это всего лишь спортивное соревнование. Как хотелось бы, чтобы во всем мире наши люди на этом шаре не воевали, а работали. 2 балла. Так попробую. Спасибо, дорогие друзья!